Отлично, мы с хорошим настроением начинаем послематчевую студию СФС «Красное село», «Любимая кухня». Ну что, давайте начнем с вас, Артур. Все ли вам понравилось в вашей игре? Ну и отдельно отмечаем вашу передачу, очень классно все получилось. Спасибо сопернику за игру, первое всего. 100 лет уже знаю ребят, хороший коллектив, очень хорошие ребята. Не расстраивайтесь, все будет еще. По своей, по игре нашей команды, да, я, в принципе, в целом доволен. Я там еще в первом туре сказал, что там нам несколько туров надо, чтобы привыкнуть к поляне, потому что мы на маленьком поле играли там пришкольном. И, ну, сложно перейти вот в это... Кира. Вот. Короче, да, вот он, ну, с маленькой поляны в большую переходить, как бы это очень сложно, но мы перенастроились, все, ну нормально уже у нас идет, как бы уже, ну, то, что у меня в голове рисуется, как бы более-менее уже передается все в поле, как бы я доволен явкой и, ну, в принципе, игрой, там, то, что уже вот наш пас вернулся. В принципе, в целом доволен, спасибо. Да, как вам Анастас Спиров? Он же первую игру за команду сыграл 5 мая. И вот как вам его игра сегодня? Я Анастасом безумно доволен. Вот у нас, как бы, ну, как объяснить-то? Нет, не смогу объяснить. Ну, я, можно, коротко скажу? Конечно. Да, да, да. Я очень сильно доволен его игрой. Спасибо. Супер, да. Ну, Петр, к вам. Как вам ваша игра, вашей команды? Потому что пока что единственная команда премьер-лиги, которая не набрала очков, к сожалению. Ну, а очки набрали? Не набирали, все. Прошу прощения. Ну, как бы работа не початый край, на самом деле. Я думаю, что прибавить-то мы сможем, благо еще игры впереди есть. Мы пока нащупываем свой вот этот баланс, который нам необходим. Пытаемся, как бы, новые схемы, новых позиций, как бы, придумывают новые схемы там и так далее. Это все понятно. Не хватает чуть характера, может быть, опыта. Все-таки с кухней мы как-то пересекались, и не в формате, как бы, против команды кухня, а в других лигах. Много кого знаем. Коллектив бодрый, и спасибо за игру. Свой же баланс будем щупать дальше, и новые игроки будут приходить. Поэтому все покажет время. Пока что, да, поражение обидное. При этом всем, как бы, респект сопернику, но 5 голов точно мы себе сами придумали, 100%, поэтому тут только вот по делу и ничего больше. Спасибо за игру, еще раз Артуру, здорово смотрелись. Ну, на самом деле, открытие этой игры, то, что есть кому забивать, Рыдков дубль, кстати говоря. Рыдков, да, но видите, он на красоту, здорово, я надеюсь, в топ попадет. Ну, как и гол кухни, по-моему, первый шедевральный тоже за шиворотом киперу, поэтому я думаю, что вот поборется. Да, Рыдков, в принципе, это и первый гол, вообще, в принципе, когда еще с Компьюцентром играли, 2-1, когда закончили, Рыдков там и поборолся, и автогол хоть и был, но заслуга в большей степени была его. Я думаю, что Леха еще себя покажет, и забивать есть кому, 100%. Да. А он покрасил, как этот Педрелкин, и все ходит теперь, мне, забивает нам. Он просто ману копил там, сейчас уже здесь будет себя показывать. Вроде качок, а вроде, куда, ладно. Ладно, спасибо, мужики. Все, спасибо большое. Да. Спасибо большое.